Всем привет! Вы находитесь на канале Magic 5. И сегодня у нас просто сумасшедший день, потому что сегодня мы будем подготавливать свадьбу для Артура. Просто посмотрите на эти кадры. На детекторе лжи он рассказал нам о том, что у него якобы есть девушка, которая старше его. Ей 42 года. Ты серьезно? Я не знаю, правда это или нет, но сегодня мы должны обязательно это проверить очень хитрым способом. У Артура на самом деле есть одна очень плохая привычка, он нам очень доверяет. Если ему давать контракт, он подписывает ее, даже несмотря, что он подписывает. Поэтому я заранее с нашим юристом подготовил контракт, по которому он обязуется сделать 24 часа челлендж на свадьбе, на своей же свадьбе. Если он откажется, тогда мы забираем его Porsche GTS ровно на один месяц и делаем с ним все, что захотим. Доброе утро. Артурчик, подпиши, пожалуйста, контракт. Это по поводу наших новых карт, совсем скоро приедет поставка и лампы еще. А так лампы что, уже приехали? Или? Нет, лампы приедут через неделю. Подпиши, пожалуйста. Все, отлично, спасибо тебе огромное. Ты только что подписал контракт на участие в 24 часа на своей же свадьбе. Ты должен будешь делать все, что мы тебе скажем. И если ты откажешься, тогда мы забираем твой Porsche на один месяц. И можем делать с ним все, что угодно. Хорошо, а если она скажет нет, то что мне делать? Алло, да. Привет. Выходи на меня. Вот так вот. Да, я не розыгрыш. Реально, выходи за меня. Просто скажи «да», и ты так сможешь мне помочь. Пожалуйста. Организацией свадьбы будет заниматься Дима Евтушенко. Ну, а я подготовил для Артура небольшой секретный подарок, который ему обязательно понравится. Так как у Артура сегодня реально особенный день, я хочу подарить ему, знаете что, поздравления. От эти самые странные видео на свадьбах, когда у тебя еще странные переходы и огромное количество твоих знакомых, которые тебе желают счастечка, здоровечка. Багато вам племянников. Но я буду пытаться каким-то образом организовать эту свадьбу. В первую очередь нам нужно организовать свадебную церемонию. Это когда стоит арка, там стоит невеста, невест, а посередине нужен человек, который ведет эту церемонию. Господь сегодня сделает с тобой вот это. Пока Евтушенко занимается организацией, а Никита готовит поздравления, я покажу молодым, как правильно надо висеть. Ну там еще будет фотосессия и все дела. Шо ты, женишок? Ты расстроился? Я вообще не ожидал этого всего. Ну типа это слишком. Давай, братан, это большая ответственность. Сейчас я не готов. Батя все сделает, не переживай. Я думаю, что свадьбу Артура мы проведем именно здесь, потому что когда-то здесь была свадьба Бороды, на которой был я, Никита, Артур и все ребята. Это было очень мило и красиво. И как раз, ребят, началась нормальная погода, не снег, поэтому мы сможем сделать это максимально красиво. Единственное, ребят, что я очень жалею, что на этой свадьбе Артура не будет Бороды. Но, к сожалению, ребят, на нашем канале до сих пор нету 10 миллионов подписчиков. Поэтому я думаю, что все еще можно исправить. Если вы просто не подписаны на этот канал, вам всего лишь нужно найти красную кнопочку, нажать на нее, подписаться и сделать 10 миллионов подписчиков. И именно тогда у Бороды будет шанс вернуться на этот канал. В этом идти? Ты прикалываешься? Стильненько так. Какой стильненько? Это Луи Дебилен. Я так бы это назвал. Таких женихов никогда в жизни не было, поверь мне. Я, скорее всего, та самая невеста, а не жених. А давай другой образ. В смысле другой? Я не хочу быть в этом. Ты прикалываешься? Это дебил я просто. Хочешь как старый дед на свадьбе быть? Окей. Как старый дед, сделаем тебе старого деда. Хо, это же другое дело, как я и говорил, нормально, не хватает последнего штриха. На, это... Фу, рез, фу, фу, все, фу, все. Брис. Артурчик, нас уже там ждет лимузин, потом едем за твоей невестой, едем в ЗАГС, а потом уже едем с тобой по стрепушнике, как... А, это старая программа. Постой, тогда просто идем висеть. Это женские духи? Да какая разница? Поздравления от родителей я уже получил, это было реально круто. Я знаю, что Артур очень любит Егорика, он его просто обожает, смотрит все его видосы, поэтому прямо сейчас я позвоню Егорику и договорюсь с ним о том, чтобы он записал ему праздничное поздравление. Но я ему не буду говорить, что это все не по-настоящему. Пускай реально поверит, что у Артура сегодня очень важный день. Так, Артурчик, давай, давай, выходи. Вот твой лимузин ждет тебя! В смысле? Ты мой лимузин взял, и сейчас мы куда поедем? Куда мы поедем?
к твоей невесте. Посадись и не задавай лишних вопросов. У нас такое дело, нам срочно нужны декорации под свадебную церемонию. Да, у нас суперсрочная свадьба. Самое главное, нам нужна арка и цветы, нам нужны декорации с собой церемонии. Хорошо, хорошо, везите хоть что-нибудь, и мы сами все сделаем. Даже в такое время до сих пор делают свадьбы, вы че? Чтобы вы понимали, в Киеве сейчас локдаун, закрыто все. Магазины, рестораны, торговые центры, все закрыто. Пошли, заберем твою невесту, уже пора, уже ЗАГС. Рассказываю вам небольшой секрет. Сейчас Артур занимается и увлекается очень сильно спортом. Он постоянно ходит в спортзал, он выкладывает в Инстаграм сторисы, что он постоянно это делает, хочет поддерживать себя в крутой форме. И знаете, кто его на это вдохновил? Столяров. Он просто обожает смотреть его канал, он очень сильно вдохновляется им. Что ты смотришь? Давайте быстрее, быстрее, там уже свадьба, ЗАГ, все дела. Там. В смысле? Артур, одели музыку, Сегодня самый счастливый день в моей жизни, и этой радостью я хочу поделиться с тобой. И это Magic Box! Несмотря на карантин, мы смогли сделать 1000 боксов, и они уже доступны на нашем сайте. По ссылочке в описании. Просто представь, ты берешь любой предмет у зрителя, и он начинает парить в воздухе, без какой-либо поддержки. Вы так много написали в комментариях, верните Magic Box! Поэтому мы сделали для вас минус 10% скидки по промокоду СВАДЬБА, который нужно ввести прямо в это поле. Но и это еще не все. Первые 100 покупателей получат сертификат на встречу в Zoom'е. Ты сможешь провести ровно 10 минут в Zoom'е с любым участником Magic 5 и задать ему самые каверзные вопросы. Только помни, это личная встреча, где ты сможешь с нами общаться один на один. Внутри этой коробки ты найдешь 16 магических предметов, с помощью которых ты сможешь показать нереальное количество фокусов. Даже в условиях карантина мы все равно отправляем наш Magic Box в любую точку планеты и без задержек. Если ты не знаешь, как же заказать наш Magic Box, то пиши в нашу поддержку. Наши менеджеры помогут тебе оформить заказ Magic Box, и уже совсем скоро он будет у тебя в руках. Но это еще не все. Если ты оформишь Magic Box прямо сейчас, то получишь в подарок поп-сокет, который невозможно купить на нашем сайте. В смысле? Ты оставил его просто так? О, нет, все нормально. Все нормально. Все нормально. А можно? Пожалуйста, пожалуйста. Аккуратно. Ноги не поломайте. Ноги не поломайте, пожалуйста. Ты не прикалываешься. Сейчас эту палку засуну. Алло, Жор, привет. Слушай, надо свадьбу провести, сможешь? В смысле? Ты заболел? Хрен с ним, ребят, я буду церемонимейстером. Я 100 раз видел, как проводят эти церемонии. Я проведу эту свадьбу. Просто объясни, куда мы едем? Куда едут все влюбленные пары? В ЗАГС расписываться, Артур. Это твоя любимая женщина, куда ее можно еще вести? Ну не окружную же! Столяров уже записал крутецкое поздравление прямиком из Дубая. Для тебя будет вообще со всего мира поздравление. Кстати, ребят, давайте так, если этот ролик наберет 700 тысяч лайков, тогда мы приедем к Столярову, и он проверит всю команду Magic 5 на ловкость и силу. И тогда вы увидите, кто самый сильный, кто самый ловкий из Magic 5. Поздравляю, Артур, со свадьбой, женишься, замужем, я не знаю, я в шоке, просто. Серьезно? Очень поздравляю. Спасибо, мужик. Спасибо, удачи тебе. Спасибо. Самое смешное, ребят, что я фокусник, Артур фокусник, Никита фокусник, но мы все будем заняты, и у нас точно не будет времени показывать кому-то фокус. Поэтому, как бы это смешно не было, но мне нужно позвонить и заказать другого фокусника. Короче, я постарался сделать все возможное. Я заказал и фокусника, и церемонимейстером буду я. Блин, мне нужно найти какое-то одеяние, он обычно в черном костюме. У-ху! Кай, это же ЗАГС! Давайте, молодожены, выходим! Ура! Гонка! Ты прикалываешься? Да, есть. У-ху! Пожалуйста, может, там успокойся. Давай уже, иди! Назад пути нет! Ну что, ребят, вот уже привезли часть реквизита. У нас есть вот такие столы, на которых мы расставим всякие, наверное, вкусности, бокалы, напитки. У нас есть свечи, которые нужно будет расставить. Вот эти цветы, которые красиво будут смотреться между стульями. У нас есть куча стульев, где будут сидеть гости, естественно. Вот здесь у нас вот такие штуки, мы, наверное, поставим на них свечки. Поздравляю тебя, родной! Горько!
Времени нет, поэтому погнали. Вы теперь муж и жена, а самое главное, что надо сделать сейчас? Правильно, порадовать свой живот. Хоть какая-то радость за сегодняшний день такая четкая будет. Уже парочку поздравлений есть, но нужно придумывать, от кого еще получить поздравление, чтобы Артуру было приятно. Артурчик, сейчас с ветерком доедем, нам только что просто там не открыли. Ну ладно, мы сейчас заедем. Им, походу, не понравилась наша машина. Где ты, Тася? Все, тормози, я тут стою, давай, выходите. Есть, выходим, осторожно. Мне твои приколы уже задолбали, нахуй. Сейчас, я тут на парковочку отъеду только. Вот так. Вот здесь, смотрите, я сделал уже одну, вторую. Сейчас мы вот здесь поставим вот так вот арку. Я решил, что по деревам все-таки будет красивее. Я расставил, ребят, вот здесь стулья. И с той стороны арка будет с минуты в минуту. Охренеть, ребят, пошел снег. Помните, я говорил, что погода нормальная? Как раз, ребят, началась нормальная погода, не снег, поэтому мы сможем сделать это максимально красиво. Ага, апрель месяц, снег! Ну вы поняли, что картошка пришла по пестику. Да пусть этот день сгорит в аду, погнали. Артурчик, давайте в темпе, чего вы так долго? Дверь только уступит даме место, ну ёпт. Тихо, есть? Да не хлопай ты! Окно разблокируй. Все, спасибо. Поехали. Я забыл, ребят, нужно же еще пригласить гостей. Как я протупил. Кто же будет сидеть на этих стульях? Блин, ребят, я открыл контакты в своем телефоне, и первый, кто мне выдался, это лысая борода. Очень бы хотелось бы набрать бороду, но вы понимаете, пока не будет 10 миллионов на канале, мы не сможем его пригласить. И этот снег идет именно потому, что даже небо грустит, потому что мы не можем пригласить бороду, ребят. Просто напоминаю, красная кнопочка внизу, нажмите, вам это ничего не стоит, а борода вернется, и все будут счастливы, как сегодня, на этой самой церемонии. Ну что, молодежь, как вам этот свадебный стол, нормально? Нравится? Мне очень нравится. Не, я забыл, что тебе почки отказали. Странно, что твоей бабы не отказали еще. Хватит. Ладно. Короче, сейчас будет такая культурная программа. Поедем в парк, погуляем, пофоткаемся туда-сюда, потом поедем в дом. Не в доме, там наш же самый такой пацанский братский банкет. В дом. В дос мы потом на выходных съедем. Твою мать, Лёх. Мы не успели даже разогнать камеру. Ветер, короче, очень сильный. Вот эта хрень разбилась. Нахрен. А, я чуть не порезался. Срочно нужно что-то придумать. Берем вот эти камни вот сюда, чтобы оно не разбилось хоть как-то. Все идет наперекосяк. Но есть один плюс, ребят, закончился снег. Забыл единственное, мне же нужно переодеться, я же веду церемонию, поэтому я должен выглядеть минимум как пастырь какой-то. Сейчас найти надо что-то черное, похожее, погнали. Что-то пошло не так. Вот так. Это было не запланировано. Артурчик, когда был совсем юный, смотрел канал Янго. Поэтому я думаю, что ему будет очень приятно, если конкретно Януля, тот самый Янго, запишет ему поздравление с его свадебным днем. Давайте сделаем пару фотографий, чтобы запечатлеть. Давай быстрее, Рез, нам еще много дел делать. Давай. Больше страсти. Да хватит. Типа ты его поддержка, правильно. Она дает новое начало молодому. А стоп. Ровненько. Да, на могилку пойдет. Ты больной? Ну так не тебе же. Поздравлений становится гораздо больше, но сейчас я хочу позвонить. Очень интересный контакт под названием «Желтые трусики». Для тех, кто смотрел ролик со мной, где мы лазили у меня в телефоне, знают, что это номер Мурафы. Рез. Просто объясни, нахрена ты нас привел в лес? Артурчик, я вас привез в самую красивую местность нашего города. Посмотри, как красиво, везде природа.
Посмотри, какая здесь природа, здесь все гнилое, здесь зелени никакой. Ладно, короче, не суть. Я придумал вам крутую лоу-стори. Сейчас мы берем баллончик и пишем на асфальте ваши имена. Так сказать, запечатляем вечностью, вечной краской. Отличная идея, поэтому на, держи. Да где ты это хочешь писать? Прям здесь. Лех, я нашел костюм, лови. Ну что, ребят, все готово. Я в костюме пастыря. Так, локация вроде бы уже заканчивает готовиться, ребят. Сань, готово, все. Можно начинать. Если вам нравится, как получилось, поставьте лайк внизу, ребят, я старался. Написать по привычке хотел. Как давно я не рисовал графики? Жених, я понял. Да, я тоже так считаю. Ну, тут ошибка есть, но ничего страшного. Все в смысле, хорошо. Все правильно, жених. Там должна быть Е. Жиши, пиши через И. Где тебя этому учили? Меня учительница моего русского языка учила. Очень хорошо, садитесь, пожалуйста. А почему Э? Потому что жених. И? Да, что ты стоишь? Все нужно вместо тебя. Свадьбу организуй, надписи напиши, может, твою еще жену? Это самое. Я обведу вас сердцем любви. Респ, я вижу, ты ходил в школу художников, у тебя очень равномерное сердце получилось. Какой жених такое сердце? Вот такое вот дерьмо ты нарисовал. У меня собака лучше срет, чем ты рисуешь. Артур! Что? Ну давай хотя бы вас пофотографирую. Хоть одна нормальная идея. Давай! Класс. Сейчас давай. Вот такой красивый фон. Все, отлично. Ага. Вот, смотрите, как хорошо светло там в конце. Идите, как будто вы в рай. Давай. В рай, давайте. Ага. Да, давайте. Тамара, осторожно, не споткнитесь, а то в рай чуть раньше попадете. Да, 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 вы пройдете этот путь. Недолгий, но пройдете. Вот они подъезжают, давайте вам громче встречаем! Добрый день, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на сегодняшнем празднике любви и счастья! Наши молодые благодарны вам за то, что вы сегодня разделите с ними праздник под ваши аплодисменты. Будем начинать! Во-первых, я хочу позвать сюда людей, которые придумали всю эту дичь, а теперь делают вид, что так и надо. Самые веселые друзья жениха! Занимайте ваше место со стороны мужчин. Иди сюда! Игорь, не тупи! Встань нормально в кадр, снимай же камера нас! Встречайте! Люди, которые ничего не подозревали, подруги невесты! Ну а теперь я хочу пригласить сюда главных героев сегодняшнего праздника. Счастливый и искренний. Добрый и красивый человек, который продал почку, чтобы содержать подаренные друзьями Порше. Наш жених Артур! А теперь, дамы и господа, я хочу, чтобы вы со всех сил, которые у вас остались, сил, которых больше нет у нашей невесты, счастливая, красивая, добрая и веселая, опытная и наивная владелица одной почки и циничного мужа, наша невеста Тамара Васильевна! Вот была бы у меня такая опытная жена, понимаешь, мудрая. Тамара Васильевна, ваше место занимайте вот здесь, аккуратно сзади свечи, не подожгите себе. Артур, согласен ли ты
взять в жены ее, прожить с ней счастливую жизнь, через пару лет доставать со стакана ее вставную челюсть, ну или вставить ей виниры, делать с ней закрутки на зиму, ходить в аптеку не за тестами для беременных, а за таблетками против давления, громче кричать ей на правое ухо, потому что левым она уже плохо слышит, складывать ей пакеты в пакеты, будить ее в 5 утра, давать ей в руки сумку, чтобы она ехала куда-то непонятно куда, стоять вместо нее в очереди за пенсией или в ЖЭК, смотреть с ней турецкие сериалы не по своей воле, поднимать ради нее стульчак, ну или очень метко стараться попасть, ласково называть ее милфочка, в горе и в радости, в богатстве и в нищете, скрывать, что ты ей изменил. Согласен ли ты, Артур? Да, согласен. Тамара Васильевна, согласны ли вы взять в Артура мужья? Да. Стойте! Есть кто-то из присутствующих против этого брака? Скажите прямо сейчас! Нету! Выносится гость за аплодисменты! Ну что ж, Артур, вот и тот самый момент, когда ты можешь одеть кольцо на свою невесту. Сижу и переживаю. Чуть ли не слезы на глазах. Аплодисменты, молодые! Это так мило! Объявляю вас мужем и женой! Вперед, наш друг, давай, Господи! Кого ты нас оставил? Артур! Это вам, уже. Вот, держите подарочек. Как он это сделал? Вообще-то нереально. Какое сейчас время? А сейчас у нас время фокуса забрали. Мы тебе заказали фокусника. Нет, серьезно. Иди смотри фокусы. Стоп. Здесь. Да. И потрясти ее, то она может стать четверкой. Я решил вспомнить молодость, Артурчик, для тебя. Смотри, два кольца. Короче, берем, подбрасываем колечко. Они соединились. А, ручки-то помнят. Артурчик, пойдем. Я понимаю, что ты веришься. Я понимаю, что мы не то время выбрали для твоей свадьбы. Короче, я как бы, помнишь, тебя учил, что контракты не надо подписывать? Для тебя такой особенный день будет. Но я реально приготовил для тебя небольшой сюрприз, от которого ты будешь просто в шоке. Что это? Пойдем, покажу. Артурчик, пойдем. Что ты придумал? Так, стой. Самый главный штрих. Можно выключить. Подожди, это мальчишник? Присаживайся. Я для тебя приготовил особый подарок. Я для вас сделал очень изысканный видеоролик, который изменит всю твою жизнь и понравится и тебе, и твоей прекрасной супруге. Я просто... Включай! Артурчик, это поздравление для тебя. Ну что, дорогой наш Артурчик, ты, конечно, нас очень удивил, но мы твой выбор одобряем, правильно, Павел? Да. Ты серьезно? Твои родители? Да. Поздравляем тебя с твоим бракосочетанием, с твоим выбором. Дай Бог, чтобы ты не ошибся. Главное, чтобы с твоего брака не получилось настоящего брака. Зачем? Надеемся, будете жить долго и счастливо. Смотри, какие переходы. Прямо как от Спилберга. Наша свадьба. Артур, я не ожидал, но ты красава. Видимо, остепенился, стал еще взрослее. Я поздравляю тебя с твоим и с днем твоей жены днем. Это не горек! Всего самого вам лучшего. Надеюсь, вы нарожаете много тиктокеров. И вообще, все будет у вас здорово. Артур, привет! Поздравляю тебя с этим замечательным днем. День свадьбы, дружище. Это может быть только раз в жизни. Братан, спасибо. Я из-за тебя и начал заниматься спортом каждый день. Я сейчас нахожусь в Дубае. Жалко, конечно. Ну, тебе здесь не понравится, потому что таких девчонок, как вот у тебя, тут... Ну, короче, тебе уже и больше нельзя. Спасибо, Столяров! Артур, дорогой, когда я узнал эту новость, у меня, как видишь, выпали волосы. Что? Я сам не видел. Все самые лучшие поздравления. Если надо будет там какой-то диджей-сет для свадьбы, без проблем. Тамада, введение праздников. Если развод будет, тоже могу все провести.
Мурафа? Дорогой Артур, сегодня настал тот самый знаменательный день, когда ты, по сути, приобрел вторую мать. Ну, он сразу спалил, что это прикол. Вот честно, Артур, вот Артём Гагарин. Да, чувак? Квартал 95. Ты его уломал вообще, то есть... До последнего думал, что ты гей. Или это все фиктивно? Да нет. Да... А кто ж тогда гей? Некит, спасибо тебе за поздравление, потому что мы с женой точно будем это пересматривать еще много-много лет. Ну что, ребят, все выпили, всем хорошо, давайте раздать букет! Да! Да! Олежка, я бросил! Иди доставай теперь! Разбойся только! Дай, куда ты забрал? Разбойся! Пацаны, выводим! Они что, дурной? Олега, букет! Букет! Давай! Держи костыль! Сымай! Так, положите вещи, Эскобар еще будет жениться. А где букет? Видео, как будет жениться Эскобар, будет у него на канале, ссылка в описании. На, перегони! Ну что ж, дамы и господа, мы понимаем, невеста подустала, ножки болят, но что поделать? Первый танец жениха и невесты! Как это романтично! Боже мой, какая красивая пара! Я смотрю и не могу понять, как они вообще могут жить на этой планете! Это как будто что-то несовместимое! Как бифштейсти с рыбой! Ну а сейчас, дамы и господа, конкурс. Артурчик, садись вот сюда. На спине. Тамара Васильевна, вы сюда присаживайтесь. Ваша задача. Я буду называть разные вопросы, а вы будете поднимать руку, кто это будет в семье делать. Кто первый поцеловал? Да подними руку, ты же первая была. Тут как так? Кто больше любит? Поднимай, да. Кто сильнее храпит? Кто громче пукает? У кого нет аппендицита? Кто будет убирать в квартире? Да ты каблук, поднимай руку, все нормально. У кого раньше будет пенсия? Вы, очевидно. Стоп! У меня еще один подарок есть для молодоженов. Ничего себе! Респект! Да подготовил подарок! Давай! Сейчас! Вот и была свадьба Артура. Поздравляйте его в комментариях по-настоящему. Это было реально круто. Подписывайтесь на канал. Стой, ну какой подписывайтесь, ребят? Ну раз уже все, Артур официально женат. Ну так хоть поцелуй невесту! Да, Горька! Идите к нам, Горька! Мама!